Российский певец Юрий Лоза раскритиковал поэтический баттл фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и балерины Анастасии Волочковой. Об этом российский певец Юрий Лоза раскритиковал поэтический баттл фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова и балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Пятый канал. Артист подчеркнул, что словесную перепалку в Инстаграм нельзя называть поэзией. «У меня немножко другое отношение к стихам. Для меня стихи – это Бродский, Пастернак, Есенин и Блок», – отметил Лоза. По его словам, Шнуров никогда не баловался стихами. Он писал песенные тексты какие-то там матерщинные, но насчет стихов, я пока не слышал ничего, сказал певец. Кроме того, Лоза подверг сомнению танцевальные способности балерины. «Волочкова меня не интересует тем более, потому что я в мире танцев, балета – небольшой специалист. Я даже не знаю, танцует она, или не танцует, или просто только садится на шпагат», – заключил артист.